что же, всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами, как всегда, Иван Гейм, и сегодня я бы хотел посоветовать такой отличный сервер FunnyCraft. Funny Minecraft сервер. Называется Funny, как бы, не помню, как переводится. Так, ну что же, сервер такой вообще хорошенький, мне нравится. В принципе, все, что на этой табличечке, будет у меня в описании. Так что можете даже туда не заглядываться. Вот такой вот сервер. Сейчас я вам покажу спавн. А, нет, спавн. Не покажу. Так. Так, я бы хотел сейчас показать меню. Вкладка меню. Тут есть, значит, варпы сервера. Их три. Это телепорт в админ шоп, телепорт в автошахту и телепорт на спавн. То есть телепорт в автошахту, вот такой, вот так вот выглядит. Автошахта обновляется каждый час, и об обновлении предупреждается в чате. Дальше тут вы можете купить себе все что угодно. Вот видите, сейчас я возьму, чтобы удостоверились, то что здесь все ломается, и нормально, чики-пуки. Так. Ноль. Блин. Ну короче, вот видите, все. Все отлично ломается, все супер. Как бы. Алмазики тут тоже имеются. Вот так вот все выглядит. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Ну, вообще сервер отличный. Так, следующий варп у нас идет. Надо выключить ГМ. Следующий варп у нас идет админшоп. Админшоп — это тот же самый магазин, только здесь, смотрите, какая штучка вот такой. Такая, тут здесь все очень низко, все продается за 30. Ой, по 32 штучки сразу. Вот, вот так вот все выглядит, все отлично и здорово. И спавн дальше. Теперь я бы хотел вам показать сам донат. Донат здесь очень дешевый, как можно заметить, тут типа как бы скидки, но на самом деле скидок нет. Они были, но уже прошли. И возможно все будет. Вот так вот выглядит все это. Вот привилегии, антикрифер, там все дела. Кстати, антикрифер тут довольно. Нет, антикрифер ничего не стоит. Тут выдается администратором за заслуги. Но если договориться и упросить, то я думаю, это вам поможет. Так, ну что же, там еще есть такие штучки в меню, сейчас я вам покажу, вы, наверное, не увидели, кто видел. Здесь можно покупать кит, випки, премиум, короче, все киты до кит-админа за игровые доллары. А этот донат уже можно покупать за реальные деньги. Вот так вот это все выглядит. Ну что же, теперь я бы хотел показать такую штучку. Это телепорт на спавн, телепорт в одни шоу, сплип-арена, телепорт в автошахту, паркурный паркур, то есть паркур для чертов, ну, для умелых ребят, потом есть паркур для обычных игроков и пейнтбол-арена. Я думаю, вы сами зайдете на все это посмотрите. Я думаю, вам все понравится и будет все чики-пуки. Кстати, вот в этих вот сундучках, кто уж очень проворный, может, кто полазает, то может увидеть все. Так, тут есть так сильно. Ну да ладно. Так, ну в принципе на сервере есть все. Я сейчас покажу спавн еще раз. Вот так вот выглядит сам спавн, он такой красивый, большой, с дерева, как в древние времена. Вот так вот это выглядит, клево, здорово. Ну что же, так, варпы все есть, в принципе, возможно, это видео сделаю в две части. Так что смотрите и наслаждайтесь. Кстати, возможно, ребята, на моем сервере выйдет скоро такой сюрпризик для вас.
Вот, и я думаю, все любят эту штучку и любят ее смотреть, так что, возможно, я для вас оставлю это сюрпризом, и когда вы перейдете на мой канал, вы сами все увидите. Так, я предупрежду, что IP-сервера и все-все-все адреса, которые нужны будут, я все оставлю в описании под видео. Ну что же, мы продолжаем. Но сервер пока в развитии, и, ну, в принципе, вообще отличный сервер. То есть служба поддержки всегда, которая вам поможет. И сам администратор сервера, то есть создатель, он тоже каждый день заходит, в принципе, проверяет. Можете не бояться насчет гриферов и так далее. Кстати, вот, кажется, стоит служба поддержки. Нет, это не служба поддержки. Так. Теперь я бы хотел поговорить с вами о... Сказать об этом сервере, про варпы. На этом сервере есть... Ой, не варпы, а мини-игры. Вот самое главное. Несколько мини-игр сейчас в развитии. Они, как бы сказать... Они как бы скоро включатся. Вот. Я бы хотел поговорить о основных. То есть здесь есть пейнтбол, потом паркур и. Так, сейчас вспомним. Паркур, пейнтбол и что еще, да, забыл. Что-то еще. Что-то еще было? Не помню. Пейнтбол, паркур. А, ПВП. ПВП арена. То есть вас в отдельное место. Так. Вот так вот выглядит спавн, я вам показывал уже. Вот. Администратор сервера Ляки. А сам создатель, он там где-то. Ну, не зашел пока. Вот, тут услуга поддержки. И все. Вот так вот выглядит сам сервер. Я бы хотел вам рассказать побольше о мини-играх. Сейчас, минутку. Так, простите, так, сейчас я вам покажу мини-игры. Так, когда, по-моему, надо ГМ выключить. Так, ну, так как-то. Вот, 5 секунд. Так. Вот мы, так. Вот, со службой поддержки я вам покажу. Так, ну вот самый пейнтбол. Вот так вот он выглядит. Так. Тут мы играем со снежками. То есть, одно любое попадение. О, попал, что ли? Попал. Еще раз попал. Ох ты, да я выиграю. О, меня убили. Я еще осталась последняя попытка. А, блин, ну убиваю, у меня закончились патроны. Да. Опять меня убили, да что ж такое-то? Все. Вот я и видел, выиграл. Сейчас напишем команду. Так. Вот, я его показал. А, ПВП и паркур, я думаю, вы сами знаете. А, по-моему... А, нет. Ну, короче. Все команды будут в описании. Я думаю, я видео сделал... Точнее, просто скажу поподробнее в три части. Пока что я показал вот это. Основные прикольчики сервера я покажу в следующей серии. Так, что там с ВПСиком? Ох ты. Я думаю... Ну что ж, ребят, я думаю, на этой минуте будем прощаться с вами. Все ссылки будут в описании, ссылки на группу. А, забыл самое главное сказать.
На этом сервере есть группа, в которой вообще вы просто можете не покупать донат, а просто его выиграть. Тут вот у меня, кто заметил, написано... Написано «Полиция», вот. Там вот максималка до полиции, можно выиграть любой донат, любой. Потому что, ну, как бы, полиция идет уже после этой... Короче, идет полиция, а там уже идут донаты, которые вы не сможете купить. Вот. Так вот выглядит сам сервер. Ой, да, сам сервер. Короче, все. Все ссылки будут в описании под видео. Ссылки на группу, ссылки на донат. Ссылка на мою группу ВКонтакте. Ссылка на страницу поддержки, если есть какие-то вопросы. А, нет. Если есть какие-то вопросы, то пишите в группу, там есть специальная вкладочка. Ну что ж, ребят, я с вами буду прощаться. С вами был, как всегда, Иван Гейм. Увидимся!